Северная Корея приступила к уничтожению крупнейшего ядерного полигона в стране. Именно здесь было проведено 6 ядерных испытаний, включая самое мощное в сентябре 2017 года. Тогда подземные толчки от взрыва всколыхнули даже юг Приморского края. В Хасанском районе также было зафиксировано землетрясение. Разрушения оно не принесло, но заставило серьезно поволноваться местных жителей. На минувшей неделе за демонтажом полигона на месте наблюдали журналисты со всего мира. Наблюдали ли за разоружением опасного соседа жители Хасанского района? Давайте посмотрим нашу рубрику «Вопрос недели». В квартире это самое, что-то там громыхнуло, как бы это самое, сотрясение. Такое было. Ну, такой гул, такой, как и немножко вроде как все подорожало. Сын был на море, купался, вышел из моря и это почувствовал, что покачивает как-то землю, напугался даже и ушел с моря. Конечно, это не серьезное дело. Что, ну, ясно, тем более бросают, и здесь наш океан падает. Мы тут рядом живем. Плохо, конечно, реагируем. Это у нас такое под боком, это очень опасно. Вон внуки растут трое, и для меня это опасно. Это для всех людей. Я знаю, что они же в океан пускали, где-то через нас вот, примерно. А там же тысячи километров, это не в счет. Сегодня даже по телевизору показывали, что Владивосток от Кореи, вот где было произведено вот это вот испытание, это было проведено 300 километров. Это же совсем рядом. Судьба такая у нас, ничего не сделаешь. Очень тревожно, поэтому всем хочу пожелать мира во всем мире. Если там сложится у них все хорошо в отношениях с США, будет отлично. Я думаю, что все будет нормально. Конечно, я отношусь очень положительно, то, что закроется и что у нас установится здесь все-таки мир и порядок. Дай бог, дай бог. Ну, если закроют, так это прекрасно будет. Ну, закрылся бы он, конечно, дай бог, слава богу, чтобы он закрылся. Если это в Корее, да? Да. Вы имеете в виду? Да. Конечно, положительно. Прекрасно, что его закрывают. А то будем тут отрястись. Вон, ладно, мы уж там, как говорится, а вот маленькие... Детишки, ребятишки подрастают, поколения, внучата, правнучата, как? Ну как это так вот? Нет, без этого как бы у нас. Все правильно, конечно, замечательно, радостно.